Ну, скорее да, чем нет. Понятно, что Ленинград с «Зенитом» ассоциируется. Ну, клубы должны зарабатывать деньги, тем более Ленинград, ну, наверное, одна из самых популярных наших групп. И лидер ее, ну, не сильно афиширует, что он болеет за «Зенит». Конечно, он там болеет, он ходит на стадион, но это же не Михаил Боярский, да, условно, который там готов порвать за свою команду. Так что тут ничего страшного нет. Заработают хорошие деньги в копилочку. С точки зрения заработков для клуба это правильно. Спартак договаривался, точнее, со Спартаком договаривались об аренде, а именно такая форма сотрудничества здесь имеет место быть. Задолго очень до 14 июня, до даты концерта, где-то минимум месяцев за 8, а может быть даже и раньше, когда Сергей Шнуров еще, понятное дело, не выступал ни в каких Z-плюсах, не наезжал на Москву и так далее. Что касается морально-этической точки зрения, то, возможно, Спартаку стоило выбрать для рекламирования этого шоу-мероприятия какие-то другие площадки, а не свои официальные аккаунты в соцсетях и официальный сайт. Хотя, возможно, это прописано в договоре между некой компанией, которая устраивает концерт, и клубом. Ну, тут, наверное, даже слово «правильно» нельзя применять. Скорее, это возмутительно. Это тот же абсурд, что и открытие стадиона «Динамо» матчами между другими командами, допустим. Все знают, за кого болеет и как болеет лидер группы «Ленинград». И, конечно, его появление на открытии арены, ну, мягко говоря, странно. Мягко говоря, ненормально. Да, безусловно, конечно. Я был на прошлом концерте Ленинграда на открытии арене. И могу сказать, что это отличное зрелище, которое никаким образом не имеет никакого отношения к футбольному клубу, а стадион всего лишь место проведения концерта. Это абсолютно нормально. Такой концерт был 2 года назад, ничего страшного не случилось. Дело скорее в трактовке этого события. Конечно, не стоило писать об этом в соцсетях, нарываться на такой троллинг «Зенита» нехороший, но тут надо Спартаку как клубу быть более зубастым, понимать и принимать эти вызовы. Если вы ставите Шнура на главной странице у себя на сайте и в соцсетях, то будьте готовы к такой истории. Но, конечно, ничего страшного в концерте нет, потому что у этого исполнителя масса поклонников, люди придут повеселяться, но делать и подавать это нужно аккуратнее, потому что поклонники Шнура и без официального сайта Спартака, и без соцсетей Спартака, ну, узнают, что этот исполнитель выступает в Тушино.